Всем доброго времени суток, с вами я, Влад Каменский, и я всех приветствую на своем канале, кто за мной следит или кто случайно зашел. Но, в общем, сегодня я решил вам поведать такую историю о жизни. Как же я начинал снимать видео и с чего это все начиналось. Начну немножко с предыстории. 8 августа 2016 года я решил создать канал на YouTube. Я про себя подумал, а почему бы и нет, если у меня в жизни бывают такие моменты, которые можно запечатлеть, и почему бы этими моментами не поделиться со своими друзьями. Ну и вот, я создаю канал на YouTube, и первое мое видео выходит, как я отдыхал в батутном парке в разгоне. Это видео самое у меня, можно так сказать, популярное. Я в то время еще не умел монтировать и толком ничем этим не занимался. Просто решил попробовать для себя. Ну и вот, спустя какое-то еще либо время, я начал записывать такие видосики, которые я еще редактировал через телефон. Вы можете их сейчас увидеть на своем экране. У меня достаточно получалось к тому времени, но более-менее еще с моим возрастом и так далее. Ну и вот, в скором времени я начал изучать такие интересные программы, как Sony Vegas и так далее. Я думаю, всем это знакомо. И решил я записать на канал такое видео, касающееся руфинга. Первое видео у меня было запечатлено в своем же городе, но там даже руфингом не назовешь, честно скажу, просто видео, как я висел под мостом и так далее. Но, собственно говоря, ничего обычного в этом нету. Мне кажется, каждый подросток этим занимается. Ну или занимался, ну или пытался. Но что-то так должно было быть. Ну и вот. И следующее видео я решил записать с таким знакомым моим. Мы, в общем, покорили девятиэтажку. И я сделал зацеп на краю, действительно очень опасный. Подо мной было 9 этажей вниз, я смотрел, как в пропасть я висел и еще убирал руку, еще подтягивался с хлопком. Но, как сказать, было время. Ну и все, видео было готово, опубликовано в сеть YouTube. И спустя часа 3 мне пишут мои прошлые уже одноклассники, так я уже не учусь в школе, то, что меня выкладывают в группу нашего города, типа, ну, выложили, типа, и так далее, то, что все будет очень плохо. Скоро это узналось в школе и узналось абсолютно везде. Меня выкладывают на официальный сайт города со статьей руфера Каменского Уральского. Ой, игра с жизнью и смертью. Ну, что-то в таком роде было. Ну и вот. И после этого видеоролика было проведено со мной куча-прикуча бесед разных. Вот, я такой типа, ну и чё, я был со страховкой, ну ладно, кому я вру, не было у меня никакой страховки, ничего у меня не было. Просто решил побаловаться, знаю то, что опасно, но решил. Ну и вот, потом я начал пытаться делать клипы под песни, которые уже есть, но я решил использовать, можно так сказать, монтажик. Пытался записывать эти клипы, пытался. У меня на каналчике есть парочку таких клипов, я не знаю, они вам понравились или нет. Напишите в комментариях, или стоит мне этим заниматься дальше или нет. Но в скором времени, как бы, может быть, я запишу свой уже трек, чисто свой. Ой, что еще-то вам рассказать, зрители? Вот. Ладно, расскажу немножко про оборудование, что у меня было раньше. Раньше у меня была камера Sony.
Ой, если честно, я даже уже не вспомню какого года, но я помню точно то, что когда мне было еще лет 7-8, мы с этой камерой с мамой ездили на юг, и на ней было запечатлено, как я только учился плавать. Это было реально нечто. И я помню, как мы всей семьей вот эти вот видеоролики смотрели на телевизоре. Это было вообще прям шедеврально. Просто такое, типа своя социальная сеть, чисто для родных у нас была. Смотрели видеоролики с путешествий. По камеру там, по качеству там было простое HD. Вот. Сенсорный дисплей был к тому времени прям очень-очень-очень модный. Но в скором времени я нахожу эту камеру и начинаю свои первые видеоролики записывать на нее. И значит, мой дом находится в лесу, я еще сам. Такие как побег в общаге, постановочное видео очень важно и так далее. Вот. Спустя еще какое-то время у меня появляется GoPro Hero 4 Silver. Я ее уже покупал как бы на лето, но лето у меня ничего не получилось толком снять, потому что у меня не было снаряжения, и она у меня с Алика запоздала, и я не смог его получить, и мы, в общем, с мамой уехали на юг. И как только мы уехали, ко мне пришел чемодан этот со всем креплением, а камеру-то я оставил дома. Вот. И в скором времени у меня появилась Nikon D5300, цифровой фотоаппарат, на который сейчас начал записывать свои видеоролики. Ну, также у меня уже собралась команда, которая мне с этим помогает, дает мне идеи, которая очень мне морально помогает, бывает материально для создания видеороликов, чтобы чем-то вас, мои любимые зрители, порадовать. Ну и вот. И если вам интересно, я могу вам вставить парочку кадров, которые были еще сняты до образования моего канала. У меня был еще прошлый канал, который все еще не заброшен и не забанен. И там есть мои самые-самые-самые первые видеоролики, которые были в далекой давности. И вот, я думаю, я вам сейчас эти видеоролики покажу, и, ну, парочку. И вы прям, не знаю, я, наверное, со смеху умрете или что-нибудь такое. Ну, в общем, смотрим мою, типа так можно сказать, историю, что у меня было и что у меня получается сейчас.
Я думаю, вам понравился этот видеоролик. Пожалуйста, поставь лайк и подпишись на мой канал. И такие видеоролики разговорщие будут выходить довольно часто. До новых встреч. Всем пока, с вами был я, Влад.